Звонить стали не все, кто поднялся на колокольню. Многим людям достаточно было прикоснуться к колоколу. Это действие в главный православный праздник само по себе является благодатным, рассказал настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Сергий Тимонов. Гостей сопровождал на колокольню звонарь. Он же инструктировал новичков, следил, чтобы звон не раздражал окружающих. Согласно уставу церковного звона, в Светлую Седмицу всем желающим разрешается звонить в колокола, однако при соблюдении некоторых условий. Прежде всего, это осторожность, поскольку колокольня считается объектом повышенной опасности. Кроме того, необходимо соблюдать правила благочиния. Например, к колоколам не допускают нетрезвых.